просто бригадир. Накачанный. Да, мы вам это все оставим, чтобы это попробовали. Да, бригадир. Капуста 110-120 дней. Более северные области, северные, ее полюбили из-за того, что у нее очень мощная корневая система, компактная головка, которая очень тяжелая, плотная. За счет корневой системы почти фактически в любой год, даже засушливый, как прошлый год, июль, август и сентябрь не было осадков, она получается, в отличие от других гибридов. Она там идет у них как эталон для квашения, то есть тоже по сахарам, по вкусовым качествам, по структуре она отлично подходит. Вот. И также лежит до, допустим, у нас даже до марта, иногда, ну, до марта месяца, это ее срок, когда она может лежать. Ну, кстати, когда у нас появилось два гибрида, Центурион и Бригадир, мы сделали акцент на Центурион и влаживали его максимум рекламы. Бригадир у нас остался, ну, как скажем так, темной лошадкой. И тем не менее мы видим, что он наравне с Центурионом, без всякой рекламы, просто люди его попробовали и друг другу передают. Ну, он очень сбитый, просто весов у вас нет, да, здесь? Ну, мы оставим. Нет. Ну, даже при своих небольших размерах он реально очень тяжелый, сбитый. Вот. А по высоте, что бы ты порекомендовал? Ну, бригадир, допустим, что Центурион, что бригадир, вот для предназначения, в зависимости от того, куда надо, либо же это на переработку, либо же на свежий рынок, то есть густота от 30 тысяч, я говорю, и до 45. То есть это оптимал. 45 это стандарт, 42-45, если надо 2-2,5 до 3 кг ловки. Но если надо до 6-8 кг, то это 30 тысяч. Для переработчика. Мне так в келье есть ряд хозяйств, которые выращивают именно Центурион по 6-8 килограмм именно для квашения. Вот. Скажите, вы бригадир наверняка что продаете? Конечно. Да. С каких областей вот поступают обычно заявки? Сирия. Везде, да? То есть скажу, помимо того, что в Остростке есть Браво, у них еще и растет бригадир. Бригадира у них садят для того, чтобы закрыть свои потребности в феврале-марте месяц. И плюс у них заказы там на, не знаю, на квашение в основном тоже. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.